Привитос, амигос. На днях я подумал о том, что если бы среди людей, играющих в танки, провели голосование на тему, какой класс техники они ненавидят больше всего, то артиллерия не набрала бы 99% голосов, разве что War Thunder, и то только потому, что артиллерия как класс в этой игре просто не существует, вместо нее там ненавидят бомбардировщики. В мыльце же и картофанчики игроки на арте подвергаются лютому хейту, как только их не называют. И артошлюхи, и артобляди, и артопеды, и артодрочеры, и список этих обзывательств пополняется ежедневно, и это я еще молчу про то, что параллельно с количеством боев на арте растет и популярность вашей матери среди местной школоты. В связи с этим я решил провести очередное соревнование между этими двумя проектами на тему «Где арта хуже?», где она игроков бесит больше и почему это происходит. Ну и начнем с картошки, так как среди игр танковой тематики она вышла первой. Вопрос артиллерии в World of Tanks стоит крайне остро, вайн стоит такой, что просто караул. На форуме игроки предлагают разработчикам буквально надругаться над артиллерией, предлагают удалить ее из игры, предлагают занерфить ей абсолютно все параметры, предлагают хотя бы ограничить ее количество в боях. Да нам похуй, что там тебе надо? Проблема, как мне кажется, лежит в крайне избирательной историчности разработчика. То есть апнуть E5 без проблем, апнуть маус не исторично. Также вот и с артиллерией. Артиллерия обязательно должна бить больно, иначе не исторично. В связи с этим, собственно, пропадает игровая справедливость. То есть игроки на танках должны светить, ромбовать, клинчевать, танковать, выцеливать уязвимые места и так далее. Арта же должна просто встать в кусты, навести прицел и раз в 30 секунд жать на выстрел. Итак, почему же разработчик не может просто взять и уменьшить дамаг арте, как об этом мечтают многие на форуме? Да просто потому, что хотят соблюдать такой параметр, как зависимость дамага от калибра. То есть, чем больше калибр, тем больше и дамага. Нельзя просто взять и отпилить у артиллерии 50% урона, с какой это стати. Но при этом, если дамаг отпилить у арты нельзя, то все остальное отпилить у арты оказалось очень даже можно. В итоге артиллерия в World of Tanks хоть и дамажная, хоть и имеет неплохой шанс ваншота, во всем остальном она напоминает средневековую катапульту. Она охренеть как долго сводится, касая настолько, что цензурными словами не описать, ну а за время ее перезарядки можно реально успеть прочитать газету. Однако, несмотря на все недостатки, в World of Tanks так повелось, что артиллерию нужно бояться везде и всегда. Именно артиллерия испокон веков решает в этой игре, в какую сторону поедут тяжи, в какую сторону поедут СТшки и так далее. Когда в бою есть арта, даже самые тяжелые танки наступают как матерые спецназовцы перебежками от камня до камня. Мне уже даже кажется, что именно большое количество артиллерии в боях стало поводом для переделки ландшафта. И если раньше играть на арте было дискомфортно только в городах, то теперь практически на каждой карте. Повсюду горы, кочки, овраги, навалены камни, понаставлены дома. Короче, артиллерии находить цели все сложнее и сложнее. Тем более с базовым прицелом, который не меняется вот уже 6 лет. Какой был на ЗБТ, такой и остался. Уж за столько-то времени могли бы придумать что-нибудь поудобнее. Да нам похуй, что там тебе надо? Не, конечно, можно сказать, что такой дерьмовый прицел в игре до сих пор только лишь для того, чтобы неповадно было на арте играть. Но на помощь пришли мододелы, выпустившие самые разные прицелы. Со временем полета снаряда до цели, с измененным углом камеры и так далее и тому подобное. Вообще иногда кажется, что все лучшее и полезное в этой игре сделали мододелы, а разработчик сидит и ни хрена не делает, перерисовывает там свои текстурки из SD в HD, да и только та. Вообще в этом есть доля смысла, нахрена платить программисту за какие-то сраные прицелы, если есть толпа бесплатных мододелов. Мне вообще кажется, пора дать возможность мододелам изготавливать карты для игры, и я спорю, что эти карты будут на порядок лучше, чем карты от разработчика.
Да и вообще, на работу в Wargaming, может, надо было мододелов брать, а не сами знаете кого. Глядишь, и толку было бы больше. Говорят, в игре грядет какой-то капитальный ребаланс техники. Кто знает, может быть, после него арта наконец-то всех устроит. Ну а может и нет, потому что... Нам похуй, что там тебе надо? В общем, по моим наблюдениям, артиллерия World of Tanks изредка набивает хотя бы 2000 дамага, а уж свыше этого, так и вообще эксклюзивный бой какой-то должен быть. Следовательно, одна или две единицы арты на команду особой опасности, а следовательно и геморроя не несут. То ли дело, когда арты на команду 5 единиц, а такое в этой игре бывает. Игра на арте сама по себе довольно дискомфортное занятие. Плюс ко всему, частенько арту кидает на карты, где и просто нехрен делать. Химки, Энск и так далее. Вот реально, что артиллерия должна делать в Энске? Стрелять с одного двора по-другому, что ли? Я не верю, что где-то в мире есть такой командир, который бы в наступательной операции ввел дальнобойную артиллерию в город. Нахрена? Так может и в игре не надо кидать арту на городские карты? Нам похуй, что там тебе надо? Ну так не исторично же. Нам похуй! В общем, с картошечкой все ясно. Я вижу проблему артиллерии в этой игре только в ее количестве. Сама по себе арта довольно косая, кривая, долгая и убогая, да и сплэши давным-давно уже порезали. Поверьте мне, я играл на ЗБТ и помню, что фугасы творили в игре тогда. Снаряды арты отправляли в ангар, даже упав в метре от вашей машины. Сейчас же арта толком-то и не ваншотит. Да, она наносит дамаг, да, дамаг в принципе довольно-таки большой, но она и стреляет здесь два раза в минуту. И опять-таки не факт, что из двух выстрелов она хотя бы раз попадет. Картинка стала хуже, а FPS просел? Верный признак, что перед нами, внимание, сарказм, лучший танковый шутер на лучшем игровом движке. Armored Warfare Project Armata. Когда-то я уже делал видео по арте из этой игры и сказал, что арта здесь не такая, как в картошке, что она тут довольно безобидная и практически никого не бесит. Так мне казалось, пока я не прокачал 8-й левел. А 8-й уровень арты на данный момент — это топовый уровень артиллерии, то есть теоретически будет еще 10-й, который будет долбить еще сильнее. Но пока будем отталкиваться от того, что есть. В отличие от World of Tanks, в Armored Warfare связи между калибром и дамагом снаряда нет. Сам разработчик был уверен, что арта в этой игре выполнять будет функцию саппорта, нежели дамагера. Для этой цели артиллерии завезли в игру два дополнительных снаряда — дымовой и световой. К слову, это одна из немногих вещей, которую разработчик придумал сам, а не скоммуниздил у соседа. Прочувствуйте руку мастера. Осветительный снаряд обнаруживает врага днем в солнечную погоду. Что это за технология, как это работает, непонятно. Может, стоило все-таки обыграть спутниковое наблюдение или беспилотники? Да нам похуй, что там тебе надо? Ладно, от осветительного снаряда польза есть, какая разница, как она реализована. А вот дымовой снаряд — полная борода. Во-первых, потому что дымы и так есть практически у каждой техники. К тому же дымовым снарядом можно не только помочь союзнику, но также ему и помешать. Ну а в-третьих, сколько дымами не стрелять, дамага в копилке от этого не прибавится, и опыта с деньгами за это тоже тебе никто не даст. Так что каждый игрок на арте в Armored Warfare играет не на саппортинг, а на дамаг. Как видите, дамага арта из Armored Warfare наносит на порядок меньше, чем арта из World of Tanks. Как я сказал, потому что калибр к дамагу здесь не привязан. Однако, в то же время, как вы также можете заметить, арта из Armored Warfare стреляет намного чаще и намного точнее. После каждого вашего выстрела вражеская артиллерия палит вашу позицию на миникарте, поэтому арта вынуждена постоянно переезжать. Сделано это для того, чтобы арта не занималась только лишь уничтожением танков весь бой, но и умело выпиливала друг друга. Однако все сводится к тому чаще всего, что арта просто встает за каким-нибудь домом, куда вражеская арта закинуть свой чемоданчик не может, и уже оттуда поливает снарядами все те же бедные несчастные танки. Наверное, не очень корректно сравнивать 2000-й пазик с ГВЕшкой 261, потому что он барабанный, а они нет. Наверняка найдутся те, кто скажет, что все дело в этом. Ну давайте перейдем на паладин, тем более, что там все еще веселее. Прямым попадосом паладин сносит 400 с лишним здоровья, плюс к этому в придачу критует несколько модулей.
Да, дамаг при этом проигрывает ГВЕшке и 261-му примерно так на 300 в среднем урона, но паладин стреляет 3 раза чаще. В итоге ГВЕ чуть больше чем за минуту сделает 2 выстрела и если попадет, нанесет примерно 1400 дамага, ну если не сваншотит, конечно. Паладин же за это время выстрелит 6 раз, попадет скорее всего 6 раз, потому что скорость полета снаряда у артиллерии в Armored Warfare намного выше, чем у артиллерии из World of Tanks. Как говорит один мой знакомый, снаряды картошкиной арты, судя по скорости, чайки переносят. Ну так вот, паладин за тот же отрезок времени нанесет больше 2500 дамага. К слову, арту в Armored Warfare пару месяцев назад порезали, ей занерфили скорострельность. Так вообще паладин перезаряжался секунды 4, по-моему, а 2000-й пазик вообще за 2 секунды перезаряжал весь свой барабан. То есть внутри барабана между снарядами 2 секунды и весь барабан перезарядить было тоже 2 секунды. И это должны были быть саппорты. После вот этого эпизода, где я нанес дамага по легкому танку столько же, сколько и по ОБТ, а то и меньше вообще-то, да, по машинке, которая из гипрока сделана. Так вот, мне стало интересно, есть ли вообще разница между попаданием артиллерийского снаряда в танк и попаданием артиллерийского снаряда в джип. О том, что при попадании 155-мм фугаса в эту машинку должен был быть ваншот, я даже говорить не буду, но разница в 100 дамага — это просто смешно. Да нам похуй! При попадании 155-мм артиллерийского снаряда в лобовое стекло этого джипика никто из членов экипажа даже не был контужен. Да нам похуй! Дабы возвести глупость в абсолют, сейчас арта 8 левела выстрелит по джипу 6 левела. Как вы думаете, что будет? Причем, чтобы не оставить машинке шансов, стрелять будем в борт. Как мы видим, из строя выбыл всего один член экипажа. Кто знает, может это потому, что в игре реализм и просто снаряд не взвелся, а может кому-то просто похуй, так как данная проблема этой игры ровесница самой игры. Никто ничего не делает. Да нам похуй, что там тебе надо, доебался! Короче говоря, подводя итог, артиллерия из Armored Warfare намного точнее, намного скорострельнее, намного лучше сводится, намного быстрее и даже намного дамажнее, если не по альфе, то по дамагу в минуту, чем артиллерия из Armored Warfare. И спасает игроков арматы только лишь то, что разрешено всего по 2 единицы данной техники на каждую из команд. Если бы такой арты, как в картошке, было по 5 штучек на команду, врагу очень быстро показалось бы, что их накрыла установка залпового огня. Играть на артиллерии в Armored Warfare крайне комфортно, и не только из-за ТТХ самой артиллерии, но еще и из-за карт, ландшафт которых в основном плоский. На каждой карте, даже на городской, есть волшебное место, куда можно понакидывать. И что немаловажно, из-за осветительных снарядов артиллерия в Armored Warfare самодостаточна, сама себе светит, сама себе стреляет. В то время как в картошке, если светляки не посветят, то и арта скорее всего не постреляет. Короче, за два боя в армате на артиллерии я наковырял дважды по 4000 дамага. Ну, где-то с копейками, где-то без копеек, не суть важно. И я далеко не артовод, я вообще 2 недели в армату не играл. Просто зашел, сыграл 2 боя подряд, не особо напрягаясь. Просто встал в правильные места, навел ствол в правильную сторону и кидался чемоданами. Поэтому мой вердикт. Артиллерия в Armored Warfare на голову страшнее, чем артиллерия из World of Tanks. 2 артиллерии из арматы, а это в общем-то стандарт боев на тех уровнях, где артиллерия есть, равняются как раз тем самым 5 артиллериям из World of Tanks. И по дамагу, мне кажется, 2 артиллерии из арматы как раз таки набьют урона столько же, если не больше, чем 5 артиллерий из картошки. Также следует учесть и то, что арта из арматы куда менее требовательна к скиллу, нагибается на ней намного проще, плюс она не зависит от рандома. А это значит, что ваш снаряд полетит туда, куда вы целитесь, а не туда, куда захочется великому белорусскому. На этом у меня в общем-то все, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и мягкого вам сплэша по бортам.